Тип 74 – японский основной боевой танк 1970-х годов. Разработан фирмой Mitsubishi в 1962-1973 годах и принят на вооружение в 1975 году. Выпускался серийно с 1975 по 1988 год. Общий выпуск составил 873 экземпляра. До начала серийного производства танка тип 90 в 1990 году был самым совершенным танком сил самообороны Японии. По состоянию на 2010 год, в составе сил самообороны Японии все еще числилось 560 танков этого типа. Помимо базового танка, выпускался также ряд специализированных машин на его базе. Инженерные танки на базе тип 74 использовались в качестве бульдозеров для расчистки территории в районе аварии на АЭС Фукусима. В 2012 году на вооружение японской армии был принят тип 10, призванный заменить морально устаревший тип 74 и дополнить танковый парк тип 90. Первый прототип под названием СТБ-1 был создан в 1968-1969 годах. Его планировалось оснащать автоматом заряжания, АЗ, и системой дистанционного управления зенитным пулеметом. Однако уже к 1971 году был представлен СТБ-3 с удлиненной конструкцией башни. От автомата заряжания и системы дистанционного управления было решено отказаться ввиду дороговизны и сложности конструкции. Финальный прототип СТБ-6 был представлен в 1973 году, а уже в 1975 налажено серийное производство. К январю 1980 года было поставлено 225 машин. Танк другим странам не поставлялся. В боевых действиях участия не принимал. 7.